Саламатсыздар ма, құрметті отандастар! Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня я хочу эфир посвятить теме, почему растут цены. Премьер-министр страны Оскар Мамин, известный грабитель железной дороги страны, который разорил железную дорогу, довел ее до многомиллиардных убытков, и известно, что все монополии в стране контролирует семья Назарбаева, и назначает он тех людей, которые масштабно воруют, и ему относит основную часть сворованных средств. И, безусловно, этим менеджерам он откатывает какую-то часть, благодарны за то, что они воруют ему огромные средства. Вот, собственно, нынешний пример. Оскар Мамин долгое время возглавлял железную дорогу страны, Казахстан Теміржолы, был акимом Астаны. И вот, собственно, этот пример заявляет, что вот в стране произошел рост экономики на чуть более 5% победно. Ну и потом на следующем своем выступлении он с огорчением заявил, что цены на продовольствие, оказывается, выросли приблизительно в год около 10%. Если посмотреть только официальные отчеты Госкомстата Казахстана, они все время говорят, что инфляция у нас в пределах коридора на уровне 5-6%, который установил Национальный банк. И что на самом деле в размер инфляции большую часть вклад делает именно рост цен на продовольствие. И там приводятся цифры разные, и по данным Госкомстата, что якобы цены на продовольствие за год выросли в среднем до 15%, в зависимости от того, какой вид продовольствия. Но, уважаемые друзья, мы на самом деле тоже параллельно проводим свой анализ цен на продовольствие в разных регионах страны, и вы прекрасно можете сами убедиться в том, что цены-то не растут на уровне 10%, как заявил премьер-министр. Они значительно выше. Мы скоро начнем публиковать эти исследования. Ну, более того, давайте мы даже сделаем проще, будем делать опрос специальный. И цены прошлого года на те или иные товары, они остались в социальных сетях. И мы просто сравним и легко докажем, что не было такого, что всего лишь около 10% рост на продовольственные товары за год произошел значительно выше. Многие недоумевают, как так получается, рост цен на продовольствие происходит, заработная плата на том же самом уровне. А в долларовом эквиваленте, если сравнивать, а мы в основном все товары импортируем, одежду, мебель, автомобили, ну практически весь основной спектр, в котором нуждается человек, мы импортируем, это мы должны понимать, а экспортируем только сырье, нефть, газ, продукты металлургии и так далее. Все остальное, связанное с жизнью человека, мы все импортируем. Поэтому мы прямо завязаны на курс тенге, мы очень сильно зависим от импорта, а если мы все в основном импортируем, то, соответственно, мы должны свою зарплату рассчитывать в долларовом эквиваленте, потому что импорт покупается за иностранную валюту. В качестве сравнения я хочу сказать, вот смотрите, Китай. Если посмотреть график, то у китайцев заработная плата где-то в 2008 году средняя была на уровне $250. Буквально за 10 лет их средняя зарплата достигла цифры $1000. Вдумайтесь, она за 10 лет выросла в 4 раза. В Казахстане средняя заработная плата, если сравнивать с 2008 годом, она просто упала и все время падала, падала, падала. То есть она ниже, чем уровень 2008 года. Вот представьте, мы не то что топчемся, мы падаем вниз, и вы это на себе ощущаете, потому что известные две масштабные девальвации привели к тому, что обесценились ваши доходы, вы потеряли работу, многие потеряли свои квартиры, потому что банки начали у них отбирать в связи с тем, что кредиты были в иностранной валюте, во-первых. Во-вторых, даже если были в тенге, то люди просто потеряли работу. И вот представьте, Китай за 10 лет уровень заработной платы в долларах вырастает с $250 до $1000, а в Казахстане уровень заработной платы в тенге как бы растет, но в долларах он все время ниже даже уровня 2008 года. Вот, собственно, вы видите, что происходит. Многие задают вопрос, а как
выживать, почему цены растут, а что нужно делать, где первопричина. Я сейчас буквально несколькими крупными комментариями хотел бы объяснить, что цены растут, именно связанные с тем, что у нас не то что некомпетентное правительство во главе с Нурсултаном Назарбаевым, потому что она ворует, масштабно ворует десятки миллиардов долларов в год. Не в месяц, не в 10 лет, не в 100 лет, а именно в год. Около 30 миллиардов долларов – это размер годового бюджета, который ворует эта политическая верхушка во главе с Нурсултаном Назарбаевым. Эти деньги не вливаются в экономику, они не распределяются среди вас, заработная плата у вас не растет, вы не имеете рабочие места, вы не получаете пособий именно потому, что эта политическая верхушка крадет. Теперь я хотел бы уже перейти к конкретным цифрам. Давайте мы поймем, почему все-таки растут цены, например, на продовольствие. Ну вот недавно правительство в конце года объявило, что цены на бензин вырастут, потому что якобы ввели специальные акцизы, который увеличивает цену на бензин на 10 тенге. Я сегодня написал пост, что цены на бензин в течение года колебались, были на уровне, если смотреть февраль прошлого года, чуть больше 64 долларов за баррель, и приблизительно вот на конец января приблизительно такие же цены. То есть цены на нефть не то чтобы не росли, они в промежутке еще и падали в течение года. И вот сегодня ситуация такова, что цены на нефть падают. Вы заметили, что цены на нефтепродукты в стране тоже начали падать? Ну, представьте, что если в среднем по январю цена на нефть была 64,5 доллара за баррель, 64 доллара, то сейчас, в феврале, уже цена упала до 53,8. Упала, ну, почти на 20% цена на нефть. А вы заметили, чтобы цена на бензин упала? Вы все сейчас заявите, что цена на бензин как минимум на 10 тенге выросла. То есть не упала. В мире, в рыночной стране все работает очень просто. Если цена на нефть падает, то фактически автоматически падают цены на бензин в бензоколонках. Потому что это связанные вещи. Из нефти добывается, производятся нефтепродукты. Бензин и дизельное топливо и все прочее. А почему у нас такой закономерности нет? Более того, когда цены на бензин должны падать, потому что цены на нефть падают вниз, а у нас, получается, они только растут. Я здесь еще раз хочу напомнить вам, что цены на нефтепродукты контролирует семья Назарбаева. Все ключевые бензоколонки, все ключевые нефтебазы, так называемые, где хранятся продукты переработки нефти, бензин, дизельное топливо и так далее, все в основном контролируются Тимуром Кулибаевым, зятем Нурсултана Назарбаева. Импорт нефтепродуктов в нашу страну контролируется правительством. И группа компаний, которая имеет право импортировать нефтепродукты, тоже контролируется Тимуром Кулибаевым. И поэтому, вы понимаете, если они теряют доходы какие-то на мировых рынках, здесь, в Казахстане, они просто их компенсируют. И цены на нефтепродукты растут. Или в мире падают цены на нефтепродукты и нефть, а у нас остаются на прежнем уровне, то есть их прибыль все время получается высокая за счет того, что они монопольно контролируют весь рынок нефтепродуктов в стране. Я много раз выступал и объяснял, что когда правительство демократических выборов Казахстана придет к власти, мы очень быстро, в течение нескольких месяцев, поднимем уровень заработной платы практически у всех граждан страны. Поднимутся заработные платы не только в бюджетной сфере, но и в частной, практически везде. И тогда мне задавали вопрос, а это не приведет к тому, что будет рост цен? Я говорил, нет. Почему не будет? Потому что рост цен формируется за счет монополии. Вот представьте себе, сидит Тимур Кулибаев, зять Назарбаева. Он контролирует все, нет конкуренции. Импорт за пределов Казахстана он контролирует. Внутреннее производство, продажи он контролирует, бензоколонки, нефтебазы, все прочее в его руках. Он может любую цену установить, и вы купите. А что будет, когда придет правительство ДВК к власти? Мы откроем все рынки, начнется конкуренция, и все это будет работать по законам рынка. То есть цены на нефть падают, цены на нефтепродукты тоже упадут. И конкуренция с разными производителями разных стран мира приведет к тому, что
наши нефтеперерабатывающие заводы и нефтедобывающие будут работать более эффективно, будут правильно распределять прибыль, будут биться, чтобы затраты их были низкие, себестоимость была низкая и так далее. То есть они будут очень эффективными. Только конкуренция приводит к тому, что предприятия становятся эффективными. Только конкуренция приводит к тому, что цены начинают падать. Вы когда ходите в магазины, вы же смотрите, здесь выше, я имею возможность купить в другом месте. И таким образом вы практически принуждаете какого-то поставщика того или иного товара снижать цену, потому что тогда у него никто не покупает. И он вынужден снижать цену. Это в результате конкурентной борьбы. Так вот, на рынке нефтепродуктов нет конкурентной борьбы. Там все контролирует Кулибаев, зять Нурсултана Назарбаева. К чему это приводит? Если цены на бензин начинают расти, вы знаете, что на машины перевозят разные грузы, продовольствие, одежду, все перевозят. Соответственно, если цены на нефтепродукты растут, это приводит к тому, что начинают расти цены во всех секторах экономики. Перевозка, перелет, самолеты и все прочее. Абсолютно все начинает корректироваться и расти. Вот, собственно, причина в одном. Нет конкуренции, монополия одной семьи, они устанавливают любую цену. Соответственно, вы не удивляетесь, почему растут цены на продовольствие или цены на цемент, которые на машинах перевозят, или цены на уголь. Почему цены на билеты растут? Почему тарифы на электричество тоже растут? Это все связано с тем, что существует монополия. Все основные крупные активы в стране промышленности принадлежат Нурсултану Назарбаеву. И это приводит к тому, что он монопольно регулирует всю экономику страны. Он может поднять, может опустить. Но опускать он не будет, он будет только поднимать. Поэтому вы для себя должны понять, мы должны разрушить монополию. Монополию семьи Нурсултана Назарбаева. У него монополия на власть. Он так называемый Ельбасы. Он хоть и не президент, он контролирует власть по всей стране. И все эти люди, которые работают министрами, типа президент Токаев и так далее, они все его слуги. Они все работают на то, чтобы эта семья обогащалась. Монопольно обогащалась. Монополия на политическую власть, когда он не подпускает в политической борьбе никого, ликвидирует партии, своих политических оппонентов он убивает, сажает в тюрьму, приводит к тому, что он единственный властитель, правитель, и вся основная часть экономики, крупнейшие активы находятся в его руках. Он там вам платит ту зарплату, которую считает нужным. Вы не можете добиться, поднять свою заработную плату через профсоюзы, бороться за свои права. Не можете, потому что тех людей сразу преследуют, профсоюзы закрывают, сажают в тюрьмы. Но давайте теперь посмотрим по отраслям. Я уже говорил, в нефтедобыче в мире средняя заработная плата 10 тысяч долларов минимум. Это порядка 4 миллиона тенге. Сколько наши нефтяники получают? Особенно в Кызылорде, в Актобе, порядка 100-150 тысяч тенге в месяц. Это не более 500 долларов. То есть в 20 раз минимум меньше, чем на аналогичных предприятиях мира. Нефть мы продаем по мировым ценам. И у нас себестоимость значительно ниже, чем у крупнейших производителей, будь то Америка, Канада и так далее. Но они же платят людям заработную плату такую. Их собственники тоже зарабатывают миллиарды долларов. Почему у нас этого не происходит? А это происходит потому, что основную часть доходов, это ваши деньги, вашу заработную плату, разницу между 500 и 10 тысяч долларов, они затягивают себе в карман. Поэтому нефтегазовая отрасль контролируется семьей Назарбаева, и вам платят мизер. Я сейчас хочу привести простые примеры, чтобы вы понимали, какие деньги уходят в карманы. По нефтедобыче я вам объяснил. Теперь я хочу привести металлургию и объяснить, что когда ваша зарплата повысится существенно в несколько раз, цены не будут расти, они более того упадут. Почему? Потому что мы рынок откроем, монополию уберем, все начнут конкурировать между собой. И те товары, которые сейчас мы импортируем, мы просто будем их больше импортировать. То есть они не будут в цене расти. Потому что мы, если больше просто привезем в мир, наша доля в мировой экономике ничтожная. Мы всего там в Казахстане имеем 18 миллионов человек, при общей численности населения свыше 7 миллиардов человек. Поэтому вы понимаете, все товары, которые мы сейчас импортируем, мы будем также их импортировать. Более того, мы будем импортировать дешевле.
потому что мы будем покупать больше. Как известно, ты оптовый покупатель, значит, цена тебе будет ниже. Поэтому, когда мы откроем рынки, если вы будете получать заработную плату несколько раз больше, то цена на товары и услуги не будет расти как минимум, а реально упадет. Поэтому вы не переживайте, что если придет правительство демократического выбора Казахстана, и вы резко несколько раз будете получать заработную плату, то и цены поднимутся. Нет, они не поднимутся. Они останутся как минимум на том же прежнем уровне, а реально они упадут вниз. Итак, давайте мы сейчас приведем примеры, каким образом вы можете зарабатывать в несколько раз больше. Во-первых, во-вторых, все известные злободневные проблемы можно решить, что называется, очень быстро. Возьмем такой регион, Восточный Казахстан, Усть-Каменогорск. Ужасающая проблема экологическая, ужасающая. Мы сейчас отходим от темы продовольствия, давайте мы поднимем просто простой пример. Усть-Каменогорск. Все там, кто приезжал, кто там живет, все прекрасно знают, что там ужасающая обстановка экологическая. Люди болеют разными болезнями, раком и все прочее. Вообще ужасающая ситуация. И Казцинк каждый год говорит, что мы боремся и все прочее, и не может решить. Ну давайте поймем, сколько же зарабатывает Казцинк в год. Если смотреть официальный только, вот, допустим, за 2017 год, я еще не смотрел баланс 2018-2019 год, информации не очень много. Так вот, Казцинк только официально заработал около 800 миллионов долларов прибыли в год. Официально, но при этом бюджет заплатил мизер. Разными там соглашениями с правительством, механизмами, договоренностями заплатил вообще ничтожную сумму. Вы можете зайти в интернет и открыть баланс и увидеть. Вот представьте себе, что предприятие заработало около 800 миллионов долларов. Для того, чтобы решить экологические проблемы региона, если бы Казцинк выделял просто каждый год по 100 миллионов долларов, то эти проблемы давно бы исчезли. Давно. Да я еще большим запасом говорю, что 100 миллионов долларов в год. Это все ерунда. Значительно меньше нужно. Так вот, представьте себе, что, уважаемые жители Восточного Казахстана, Усть-Каменогорск, у вас этих проблем не было бы. А что мешает эти деньги инвестировать, если предприятие только по официальным данным зарабатывает в год около 800 миллионов долларов? Я вам скажу, что мешает. Мешает то, что, хотя формально собственником числится Глинкор, реальным собственником является Нурсултан Назарбаев, ну, вместе с Глинкором. Он там основной акционер. Вот что мешает решить экологические проблемы. Первое. Второе. Работники на этих предприятиях зарабатывают 100-150 тысяч тенге. Это порядка 300-500 долларов. Если зайти опять же в интернет, то Казцинк официально сообщает, что на предприятии работает, в группе предприятий работает 20 тысяч человек. 20 тысяч человек — это уже фактически город. Ну, конечно же, там в реальности больше, но официально, давайте мы будем отталкиваться от официальных данных. 20 тысяч человек. Вот представьте себе, что эти 20 тысяч человек будут получать плюс 1000 долларов к существующей зарплате. 1000 умножаем на 20 тысяч, мы получаем 20 миллионов долларов в месяц. Умножаем на 12, ну, 240-250 миллионов долларов. И вот официальная прибыль около 800 миллионов долларов. Отнимаем эти 250, что останется у собственника? 500 миллионов долларов в год. То есть, если работники этого предприятия получат доплату плюс 1000 долларов, у собственника останется еще прибыли минимум 500 миллионов долларов в год. Вы понимаете, какие масштабы, да? То есть там не какие-то десятки миллионов долларов, хотя тоже это огромные суммы, там миллиарды. И в балансе, чтобы вы понимали, предприятие отражает еще не всю прибыль. Они ее скрывают, через разные схемы отмывают деньги еще при всем, искусственно увеличивают затраты. Там разные подрядные подставные компании есть. Все, кто живет в Восточном Казахстане, работает на Казцинк, это прекрасно знают. Но даже если отталкиваясь от официальных данных, 20 тысяч человек, если им поднять зарплату на 1000 долларов плюсом, предприятие, собственник будет зарабатывать минимум полмиллиарда долларов. Вдумайтесь в цифры. Теперь возьмем. То есть вы видите, проблемы экологии как таковой не существует.
Существует проблема то, что этим предприятием владеет Нурсултан Назарбаев вместе с Глинкором, крупнейшая швейцарская группа, которая зарегистрирована в Швейцарии. То есть, если мы решаем политические вопросы, отстраняем от власти Нурсултана Назарбаева, вы, работники этих предприятий, плюсом будете получать $1000, 400 тысяч тенге, плюсом к существующей. И предприятие будет зарабатывать собственнику еще $500 миллиарда. Я хочу напомнить, что Касцинк за бесценок ушел в руки помощника Нурсултана Назарбаева, его управляющего делами, Булата Утимуратова. И потом они оформили, что якобы там у него за несколько миллиардов долларов основной пакет акций купил Глинкор. Имейте в виду, что крупнейшее Бухтарминское водохранилище, которое якобы в концессии, ничего не платит государству. Находится в концессии у Касцинка. Что такое Бухтарминская ГЭС? Это одна из крупнейших гидростанций, где себестоимость равна нулю, считайте, производства электроэнергии. А цинковое предприятие, энергоемкое предприятие, то есть получается, они почти бесплатно получают электроэнергию, зарабатывают огромные прибыли, и государство с этого ничего не имеет. Я хочу вам сказать, чтобы построить такую одну гидростанцию, нужно минимум несколько миллиардов долларов. И вот эти несколько миллиардов долларов безвозмездно, якобы в концессию, передано предприятию Касцинк. Жители Восточного Казахстана знают, что такое Бухтарминская ГЭС, гигантские шлюзы, огромные водохранилища, и там сеть гидростанций. И вот эта станция, Бухтарминская ГЭС, ничего не приносит государству, хотя в свое время в Советском Союзе в нее инвестировали миллиарды долларов. Миллиарды! И это предприятие, оно могло бы решить все проблемы региона. Не просто города, региона. И экологические, и все люди, которые там работают, плюсом еще получали бы к текущей жизни свои $1000, и еще бюджет бы зарабатывал, и все были бы счастливы. И так работают все предприятия в ведущих странах мира, как Америки, так и Европы. Понимаете? И все это напрямую связано с тем, что у власти находится Нурсултан Назарбаев, который является собственником этого предприятия. Теперь возьмем следующую проблему. Кармет-комбинат, так называемый, или ArcelorMittal Темиртау, тоже работает несколько десятков тысяч человек, тоже там спрятаны через разные организации, в реальности их больше. Темиртау сбрасывает разных выбросов вредных, около 2 тонн на человека, около 2 тонн. И когда руководство ArcelorMittal Темиртау заявляет, что вот они работают, на столько-то процентов улучшают ежегодно, вы все прекрасно помните, год назад, когда на Темиртау, Караганду вывалился черный снег. И эти проблемы никуда не пропали. Сейчас вот в интернете огромное количество видео, когда регион задыхается буквально от смога, вот этот выброс и все прочее. Я вам сейчас опять же цифры приведу. Это официальные данные, это нужно читать баланс предприятия. Опять же, по итогам 2017 года. Карагандинский металлургический комбинат бесплатно попал в руки Миттала. Бесплатно. Потому что сумма, которая была якобы названа правительством, он выплатил не сразу единовременно, а за счет прибыли самого предприятия. То есть он сел, стал владельцем заранее, не заплатив ничего. Зарабатывал с этого предприятия и делился его с государством. Считается, что он что-то заплатил. Ничтожные деньги. Аналогичное предприятие в Кривом Роге, в Украине, было продано почти за $6 миллиардов. То есть вы представьте себе, это бесплатное предприятие попало в руки Миттала. Но в реальности основным собственником опять является Нурсултан Назарбаев. И поэтому все эти проблемы, которые у вас в городе, экологические, низкая заработная плата, вообще неразвитая инфраструктура, ужасающая инфраструктура, как в Темиртау, так и в Караганде, связана с тем, что на халяву бесплатно Назарбаев утащил это предприятие в свой карман, поставил своего подельника Миттала, который сейчас является крупнейшим производителем металла в мире, благодаря тому, что он получил на халяву это предприятие, и почти 2 тонны выбросов сыпется на голову жителей Темиртау и Караганды. И если даже руководство ArcelorMittal Темиртау будет говорить, что мы на 10%
улучшили ситуацию экологическую, что такое 10%? Это вместо 2 тонн на вам на голову будет сыпаться 1,8 тонны. Вам от этого легче не станет. О чем это говорит? О том, что эту проблему тоже можно вообще кардинально и легко решить. Ну, в Чехии так было. Когда правительство, народ стал протестовать против всех этих выбросов, там уже нет ничего этого. На территории самого завода зеленые насаждения, лужайки, все красиво. Люди получают несколько раз выше заработную плату, чем на Карагандинском комбинате Темиртау, АрселорМиттал. Несколько раз. Почему мы не можем этого добиться? А мы не можем добиться потому, что этим предприятием опять владеет Нурсултан Назарбаев. И еще я вам цифру скажу. Это тоже открытые публичные данные. Вся продукция продается через дубайскую офшорную компанию. То есть они оформляют продажу на дубайскую компанию по какой-то цене, и никто не знает, она рыночная или нет. А металл можно сравнить в мире, по каким ценам продаются, и легко определить, налоговый может это определить, продается ли по рыночной цене. И что получается, только официальные данные говорят. Официальные данные говорят, что если средняя прибыль, которую получает Миттал на предприятиях по всему миру, в Канаде, в Чехии и так далее, с каждой тонной, 40 приблизительно долларов с тонной произведенной продукции, за каждую тонну произведенную продукцию он порядка чуть более 40 долларов получает, то на Темиртауском металлургическом комбинате он получает свыше 80 долларов. То есть в два раза больше прибыли он получает его с Карагандинского металлургического комбината. Вдумайтесь, но при этом размер прибыли, я уверен, что больше, потому что продажи идут через дубайскую офшорную компанию. И вот при этом всем, если в Канаде обычно рядовой инженер, который только закончил институт, приходит, получает порядка 5000 долларов, а у нас человек получает 100 тысяч тенге. Как вам эта цифра? 200-300 долларов и 5000. То есть минимум в 10-20 раз люди на металлургическом комбинате Темиртау получают меньше, чем на аналогичных предприятиях мира, самого же Миттала. И второе, если в Америке, в Канаде, в Европе эти предприятия не приносят экологических проблем, они были, но они решены, сразу будут оштрафованы, то в Казахстане на вас каждый год, на жителей Темиртау, сыпется около 2 тонн выбросов, около 2 тонн, вдумайтесь. Так вы еще и получаете ничтожную заработную плату, и еще сверху на вас сыпятся выбросы. И почему это происходит? Почему никто с этим не борется? Потому что этим предприятием владеет Нурсултан Назарбаев. То есть, опять, зарплата ничтожная, плюс экологическая катастрофа. И это все напрямую связано прямо с политической системой, с монополией на власть Нурсултана Назарбаева, тем, что он владеет этим предприятием и душит всех тех, кто пытается эти проблемы отрегулировать, решить. Он никому не дает. Вот в чем суть. Поэтому, уважаемые друзья, мы можем обсудить еще другие предприятия. Ну, например, возьмем Казахмыс. Это в Жезказгане, Сатпаево, Балхаше. Тоже люди получают 100-150 тысяч тенге. Официальная прибыль этого предприятия, когда она котировалась на лондонской бирже, в год было 1 миллиард 400 миллионов долларов. И если все эти работники, которые работают на этих предприятиях, их несколько десятков тысяч человек, будут получать плюс 1000 долларов сверху, то это предприятие будет официально зарабатывать 1 миллиард долларов минимум в год. Вдумайтесь, 1 миллиард долларов в год минимум. То есть, ну, работают же в мире такие же предприятия, и люди зарабатывают от 3-4 тысяч долларов на старте минимум. Почему наши получают 300-500 долларов? Опять же, потому что собственником Казахмыс является Нурсултан Назарбаев. Ужасающая экологическая ситуация в Жезказгане, Сатпаево. Вода ржавая, улицы разбитые, дома ужасные, нет горячей воды. Вы слышите меня, наверное, жезказганцы и Сатпаев, я эти регионы хорошо знаю. И предприятия, которые приносят миллиарды долларов прибыли, если своим работникам будет платить плюс 1000 долларов сверху,
минимум миллиард в год будет зарабатывать. Так это предприятие еще получает льготы. Получило в 2013 году субсидии на несколько миллиардов долларов из бюджета страны. Вдумайтесь, частное предприятие Нурсултана Назарбаева, которое он бесплатно украл у страны, которое каждый год минимум 1,5 миллиарда долларов только по официальным данным дает чистую прибыль, он ее украл. И это предприятие еще не может обеспечить нормальной водой инфраструктуру города. Бюджет города Сатпаева Джизказгана на уровне чуть более 10 миллиардов тенге. Ну там пусть даже 20 было бы, да? Что такое 10-20 миллиардов тенге? Это буквально 30-40 миллионов долларов. Вдумайтесь, предприятие Казахмыс зарабатывает около 1,5 миллиарда долларов только по официальным данным, а бюджет этих городов по 30-40 миллионов долларов. Посмотрите, как живут в городе Балхаш. Ужасающая инфраструктура, ужасающая ситуация с экологией. Люди получают на уровне 100-150 тысяч тенге, а при этом предприятие качает миллиарды долларов прибыль. То есть да ему достаточно платить всем плюс по 1000 долларов, плюс каждый год по 100 миллионов долларов на инфраструктуру. И все, все проблемы решены. Вы понимаете, да, какие возможности у нашей страны? Вы все это должны знать. Нам не нужно какие-то вещи придумывать, новые заводы. Это мы сделаем завтра, послезавтра. А сейчас нужно добиваться, чтобы эта власть заплатила вам реальные деньги. Во-первых. Во-вторых, чтобы решила экологические проблемы. Вы все прекрасно понимаете, что при этой власти добиться этого невозможно. 22 февраля мы призываем вас выйти на митинги за достойную жизнь. И требовать бесплатной медицины государственной, бесплатное государственное образование, требовать материнских пособий. И на все это средства есть. Я вам только навскидку сказал. Казахмыс зарабатывает 1,5 миллиарда долларов. Если всем будет доплачивать работника по 1000 долларов, у него еще останется минимум 1 миллиард долларов. И еще он может каждый год по 100 миллионов долларов инвестировать. Экологические проблемы, дороги и все прочее. Денег хватит на все. И мы должны национализировать это предприятие. Они украдены у нашей страны. То есть вы понимаете, как только режим будет отстранен, через несколько месяцев ваша жизнь изменится. И вы можете бесконечно ждать изменений, улучшений, что вот пришел Токаев, завтра Бокаев, еще кто-нибудь, кто угодно. Ничего не изменится. Не изменится, потому что вы молчите. Что нужно сделать, чтобы ваша жизнь кардинально изменилась? Чтобы вам были списаны потребительские кредиты, которые фактически вы взяли от безысходности. Что нужно сделать, чтобы ипотечные займы на жилье стоимостью до 30 миллионов тенге были списаны? Это всего лишь менее 15 миллиардов долларов. Для нашей страны это вообще ничтожные деньги. Для этого нужно просто добиться смены режима. Для этого вы должны быть активными. Для этого не нужно говорить, что митинги ничего не дадут, когда выходит там небольшое количество. Конечно, результата не будет большого, хотя даже в этом случае, вы знаете, заработные платы корректировались, пособия матерям начали выплачиваться, вам списали по 300 тысяч тенге потребительских займов, все равно это было, даже при таком количестве. Но когда выйдут тысячи и десятки тысяч, ситуация поменяется завтра. Поэтому, уважаемые друзья, я показываю, почему растут цены, потому что монополии, монополии семьи Назарбаева. Что нам нужно сделать, чтобы цены не росли? Что нам нужно сделать, чтобы ваши зарплаты выросли до 1000 долларов минимум? Что нам нужно сделать, чтобы было бесплатное образование, среднеспециальное, высшее, бесплатные медицинские услуги и масса-масса всего? Что нужно, чтобы вы зарабатывали нефтяники в год минимум 1000 долларов? Всего лишь ваша активность, ваши активные действия. 22 февраля в 14:00 митинги по всей стране за достойную жизнь. Алга, Казахстан.